завітали в гості до чотирилапих друзів та трішки допомогли їм. Такий пост разом з відео виставили на своїй сторінці у Фейсбук юні активісти молодіжного простору «Всі свої». У суботу, 10 квітня, вони продемонстрували, що любов до тварин – це насамперед турбота про них. Юні волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з волонтерами громадської організації «Чотирилапи» прибрали і розчистили територію, яку міська влада Сміл виділила для створення пункту перетримки безпритульних тварин після стерилізації чи лікування. Суботник, работали ребята, молодежный простер, мы расчищали территорию, то есть трактором там уже почистили, мы просто убирали такой мусор, обняли немного, чтобы уже строить барьеры для собак. Это та территория, которую нам выделил, в принципе, город, 20 соток, а вот там будут стоять барьеры, это будет не приют, это реабилитационная передержка, где будут, в принципе, передерживаться щенки и собаки после операции. Мы собираемся, в принципе, там их и стерилизовать, там будут стоять три вагончика, один для щенков, один как бы операционная будет, другой так тоже будет, может, для котеек, вот, чтобы их там же прямо стерилизовали, мы их передерживаем и выпускаем обратно в среду, откуда мы их взяли. А ребята, спасибо им, конечно, конечно, пришли практически одни девчонки, один был парень, они там все расчищали. И я так думаю, что и они нам будут помогать построить барьеры. Они сами будут строить, а так помогать. Там половина собак, которые живут на территории вот этой вот производства, а половина наши передержки, потому что на наши передержки, то, что дома снимали, там потравили собак, всех оставшихся мы забрали в этот сарай. И вот так вот волонтеры приезжают по очереди, их выгуливают. Там просто расчищали саму площадку для постройки барьеров. Там был сплошной кустарник. Кусты все срезали, надо было просто расчистить площадку, чтобы уже, ну, вот уже, правда, дождь пошел, чтобы там уже можно было ставить барьеры, ну, строить на более ровной площадке, чтобы не было кустов. И ребята просто граблями собирали весь этот мусор в одно место, должны их вывести. Я так думаю, что нужно будет не один субботник провести, может быть, на следующие выходные тоже будет использовать при поддержке властей, то есть и мэра города, и секретаря госсовета, там студентка, и мамка. Это будет вот создано коммунальное подразделение при коммунальнике, которое будет стоять на балансе у города, и этот центр передержки, он будет на балансе у города, не у организации. То есть он будет на содержании, то есть нам будут выделяться деньги под это дело, потому что надо их содержать, и кормить, и платить зарплату тому же врачу. Но пока это все на стадии вот такого субботника. Я очень надеюсь, что к маю мы уже поселим туда тех собак, которые живут в сарае. Как только первые вольеры будут сделаны, у нас там 9 собак оставшихся в передержке, и они сразу пойдут сюда в вольеры.